Кому-то нравится ужасная погода. Нам ничто не испортит настроение, да? Пока вода не замерзла, все хорошо. Пингвины, да, Пип? Пингвины. Гуси у нас живут, короче, всю зиму на улице. И вообще не мерзнут. Гусиный пух защищает их от всех бед. Угу. Следишь за своим гаремом? Мы смутно подозреваем, что новая гусыня может оказаться новым гусем. Потому что уж больно оно огромное. Я даже завидую немножко. Вырыла тут, да, у нас под столом. Нахалка. О-о-о. Вот подкопаешь нам стол, и он упадет. На тебя. Да. Да не, фигня какая-то, скажи. Ерунду говорите. Собачки тоже милые. Да, попой к тыковкам. Угу. Да, будем отмечать Хэллоуин. У нас есть особая тыква, которую мы не скармливаем никому, а держим до Хэллоуина. И расчехлим ее, короче, именно на Хэллоуин, а потом отдадим воронам доделывать. Здравствуй, лебедь. Как твое самочувствие? Он всегда стоит носом в угол, когда я прихожу. Что он меня не любит и вообще людей не любит. Он приехал к нам из Саратова. Вообще их два приехало из Саратова. Но одного мы не вытянули, к сожалению. Там совсем был тяжелый такой лебеденок. Вот. Этого зовут Декабрь. У него жутчайший пододерматит на лапах. Еще всякие неприятные болячки. И он, естественно, не выпуск. Вот эта вот патология, которая у него, видите, с крыльями, вот так вот крылья болтаются. По-моему, это называется типа ангельские крылья или что-то такое. Ну, то есть это последствия рахита, последствия там того, что искривился позвоночник, ой, не позвоночник, ну, скелет искривился во время роста. То есть эта птица не полетит никогда. Вот. Но сейчас главное ему долечить хотя бы его лапы, потому что с лапами там жуть, я не буду это показывать. Мы сейчас все это забинтовали там со всякими обеззараживающими и заживляющими штуками. И ходит сейчас пока в лопаточках. Так что да. Он не ручной, естественно, ничего такого. Людей не любит. Но придется терпеть, пока все не закончится. Придется терпеть. Какая погода хорошая. Птички все гуляют. Привет. Смотрите, маленькому принцу какой-то негодяй выдрал хохолочек. Хохолочек выдрал. И бедный принц теперь лысенький, без короны.
Ужасно. Да, Френ. Не уследила. Не уследила за ребенком. Может быть, это Френ сама выдрала, чтобы был больше на этого, на индюка похож. А то скажет, что-то какой-то не похожий индюк. Ну, хвост у тебя прекрасен просто, прекрасен. Так, товарищи, сосредоточьтесь, пожалуйста. Необходимо найти ручки для двух дубоносов. И желательно еще для перепелки. Для перепелки. Здесь где-то бегает перепелка еще. Но я ее не вижу. Но где-то она здесь точно бегает. Перепелка дикая, со сломанным крылом. То есть просто обычный дикий перепел. Он чуть поменьше, чем все домашние перепелы. Собственно, ищем хорошие ручки для этих птиц. Снегирю я нашла ручки. Снегирь, я надеюсь, уедет скоро от нас. Если вы хотите взять себе птичек в добрые руки, пожалуйста, заполните анкету на нашем сайте. Там есть раздел «Взять птицу в добрые руки». Нужна достаточно большая клетка. Обязательно там для дубоносов это должна быть не только зерновая смесь, это должна быть всякие там ягодки, там желательно какой-то белковый корм. Ну, в идеале там какие-то добавления насекомых. Можно делать мешанку из всякого творожка, яичек, что-нибудь такое. Какие-нибудь свежие почки, листочки, салатики, вот это все, чтобы было разнообразное питание. Ну и как бы эта птица крупная, поэтому имейте в виду, что клетка должна быть большая для них. К нам в детлятню сейчас приехал, короче, одноногий дятел. Вообще обычно птицы с одной ногой живут не очень хорошо. Но так как это дятел, и он в основном висит где-то на стволах деревьев, на сетке и так далее. В принципе, ну, терпимо, терпимо. Ну да, еще сюда сейчас переехал очередной карастель, который, я надеюсь, пойдет под выпуск. Он, в принципе, без каких-то серьезных проблем, без травм. Вот, его нужно будет просто отвезти потом на юг и на юге выпустить. Здесь уже, на мой взгляд, холодновато. Хотя, не знаю, надо будет с орнитологами поговорить. Потому что это мне кажется, что уже все капец холодно. Все птицы улетели, все. Но, может быть, я и не права. Видите, какие у них вкусняшки лежат. Все, все, ладно, я ухожу. Смотрите, вот это карастель, который давно у нас живет. Он такой пофигист. Карастель-пофигист. Со сломанным крылом. А есть карастели, которые там с этого года, они такие более дикие. Носятся, что-то паникуют. Так, так. Отдай. Это моя радужная шапочка. Так, так, так. Ты носишь черное. Радужное только я ношу. Надеюсь, что нет. Что там раскладываешь? Вкусняшка для перепелочек. Для цесарочек. А, для цесарочек? Для новеньких, да. Значит, для цесарочек. Ставь, Настя знает, куда это. Он ушел.
ушел? Нет. Иди вредно. Иди потянул. Иди потянул. Ты можешь его так на багажничке опустить аккуратненько. А он идет такой. Что происходит? Лифт работает. И зачем мне пальцы отпустить? Я тебя сейчас, блин, голову тебе отпущу. Голову отпущу. Ну ты машину ломает. Ага. Видеосвидетельство есть. За нос меня хочешь? Знаешь, что бывает с воронами, которые за нос кусаются? Знаешь, что бывает? Они получают по зепе. По зепе. Да. Да. Тебе надо, знаешь, это, жвалку, как для младенца, чтобы у них вот зубы резались, а у тебя, чтобы клюв резался. Так, друзья, я, как всегда, занудничаю, говорю, что нам надо заниматься делами. Да. Да. Всё. И лифт опускается, лифт поднимается.